Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Леся, и вы на канале Дамочка на рыбалочке. Hello, friends! Hello from Russia, from Сибири, Осетия, Томск. Сегодня на календаре 29 июня, и я еду на Обь! Ура! Рома, к сожалению, не смог. Мама взяла сегодня шефство над Софи. Сутки проведет с внучкой любимой, а я буду отрываться по полной программе на берегах нашей любимой Оби. У меня там сегодня две компании. Эти две компании возле Кулманов, где мы были с Ромой в прошлый раз. Потому что со стороны Мельникова также по-прежнему все затоплено, а все, что не затоплено, все уже занято. Так что давайте вместе будем погружаться в пучину солнечного лета, кайфовать и наслаждаться природой. Добралась до Победы. С правой стороны озеро Лебединка. Смотрите, палатка на палатке, и палатка погоняет. Вообще народ прям кишит. Вот она, Обь-матушка. Купаются, отдыхают. Ну, а я поеду вдоль Победы в сторону Кулманов. Вода не сильно упала с прошлой нашей поездки. Ну, может быть, метра на полтора, не больше. Это вот все базы. На каждой базе движуха. Ой. Так, ладно. Победу проехали. Еду искать своей компании. Ко всем приду, со всеми пообщаюсь. Мамка вырвалась. Здесь. Макс, это вы что ли тут? Привет, да. Это Макс, мой друг. В общем, вот такой вот здесь пятачок, но здесь безбожно зажирают. То есть вот пока я даже пришла, тут просто все уже зажирают. Да, они зажирают безбожно, нормально. Нормально зажирают, да? Не безбожно. Ну и вот такое вот. Хожу. А как там вообще, что тут с купанием-то, как дела обстоят? С купанием как-то... Не очень, да? Купаться, рыбачьи приехали. Не, ну а дети здесь могут купаться? Нет, дети... Вот, все, а там можно купаться. В общем, едем к нашей второй компании на разведку. Поместимся ли мы там все или нет? Если поместимся, то у них и остановимся. Так что, Танюха, жди нас, мы уже в пути. Вот здесь он будет. Эй, народ, тут есть кто-нибудь? Коля, привет! Друзья, короче, все. Нас Танюха с собой забрала. Говорит, все, берем. Ну, короче говоря, мы будем все вместе радоваться этой жизни. Так, говоришь, сама надувайка матрас? Да. Насос не нужен, он сам надувается. А за счет кроме чего? Подушек. А за счет чего? Клапана открываешь, он воздух в себя вбирает. Матрасы, вот такие большие. Ни камешек, ничего не чувствуешь? Вообще ничего, просто... А вот холода от этого нету какого? Он холод не пропускает так, как надувной. Он да намного чё? Теплее. Да. Слушайте, и удобно, что кататься на нем не надо, да, скатываться да. Туда-сюда. Блин. Обалденно. Надо, короче, протестить. А что, сколько Таня стоит? Сколько стоит такой матрас? 300 или 300. А он это тоже получается, типа из этого, из такого же материала, как и тот? Мы не знаем, что там внутри. Он лучше. Но я имею в виду, что его проткнуть можно? Очень сложно его да? проткнуть, да. Если гвоздем только. Так, ладно, ссылки мне дашь. В общем, ребят, что творится у нас? Все, мы сейчас помогу немножко ребятам подсобраться. Все, уже сматывай удочки, он там что-то червяков разглядывает. Все, переезд. Все, переезд. Вы первый раз, да, эту палатку поставили? Так, все. Давайте. Стаскиваем. Хватаемся и бежим. Из этого ля. Они рыбачат там, нет? Рыбачат. Поймали что-нибудь? Да блин, я когда спрашивала-то. Ушки надо отцеплять. Алин, собрали с палатки? Да, я все собрала. А мы чего? Жара? Жрут? И лучшее стечение обстоятельств, что мы все будем в одной кучке, все пообщаемся, познакомимся, классно проведем время. Немножечко ребятам помогла подсобраться, а дальше они уже на крыше перевезут палатку. По крайней мере, так решили. Ой, ну здесь вообще совсем другое дело, как там в лесу. Блин, как представлю, что мне еще палатку собирать.
Коля, а ты мне не поможешь собрать палатку, а? Друзья, ну что хочу сказать. Теперь-то уж точно палатку я собираю. Хочу я этого или нет, Коля сидит, ленится, не помогает. Коля свое все собирал. Я уже мошки съела столько, вот я прям я не еще... Это ужас, вот лучше не ела. Это еще ее не ела. А, это я еще ее не ела? Тебя вечер ждет. Да, она же меня здесь ела, но что-то в рот-то не запрыгивала, а сейчас и в рот, и в глаза. Тебе помочь? А? Помочь? Или не откажусь? Тот случай, когда я вообще принимаю любую помощь. Потому что я очень хочу быстрее отдыхать. Шатвы намного лучше. Я сюда. Ускоряемся. Они съедают. Здесь берег хороший. Это, блин, здесь дети хоть купаться. Они же вас ждут. Во, как быстро собирается палатка, когда тебя... А это ветровые веревки. Они вот, вон они у нас ветровые есть. У нас когда у тебя ветровые. Еще несколько помощников. Алло, спасибо. Друзья, помощь. Алло. Алло, принеси топорик. Давай колышки ставим. Да нет, без колик она не улетит. Не переживай вообще. Думаешь? Все, уверена. Ну, смотри. Да, со мной ей улететь просто невозможно. Короче, Коля пришел на помощь. Накачает мне сейчас матрасы. Слушай, Коля, с тебя прям вообще вода льется. Ты окунулся или что? Да. Господи, и... думаю, боже мой, как с кепки-то вода так течет. И что, и кепку? Фух. Наш пол, наверное, выключит, как в лучшем гостинице. Это... Покупайте, всего 5 тысяч. Это точно. Дом готов. Не без помощи. Коля с Таней. Матрасы надулись. Жилище котика сегодня одного тоже готово. Ну вот, вот тут я и буду сегодня спать. А этот матрас на всякий случай надуло. Думаю, вдруг кому пригодится или этот сдуется, мало ли. Так, Алин, давай ваш посмотрим. Что у вас тут? Показывай, что ты хотела показать. Вот здесь дверь. Ага. Первая комната это наша с братом. Вы здесь будете, да, спать? Ой, какая жара! Ну, а вот здесь мамина с папой. Да, здесь родители. Короче, все. А здесь кто? Здесь это чтобы ноги не морать. А, вот так вот, да? Ну все. Хорошо. Жарко очень. Да, жарко. Ветра вообще нету, потому что... Предлагаю всем выпить, как минимум за знакомство. Как минимум за знакомство. Там что у тебя там? Давай, хвались, да, компот, да? Смородина. Смородина, только ладно. Ее обратно, чтобы в холодильник, чтобы не охлаждалось. У тебя какой компот? Смородина? Да. Пшеничная. Ладно. Все, все налили? Да. У всех налито? Давайте. За знакомство. Кто не знаком был, за поездку, за классный отдых. Все. Да, за классный. Тин-тин! Хоть бы одну поймать. Еще бы рыбалка была бы хорошая. Было бы вообще шикарно. Приехали отдыхать и рыбачить. Поэтому, коли не отвертишься, будем рыбачить. Вот, Фидор, у тебя заберем. Ага. Один-единственный, да? Он палатку собрал, я пролетела мимо. Да ты че? Ну, какой смачненький кусочек. Ух. Если не стесняется. Ничего, что мы тут... Да как вообще тебе совесть позволяет? А что вы стесняетесь? Ну, мы стесняемся. Не нами приготовленное. Ничего. Ну и что, стесняемся. Что-то, по-моему, это... Перебор. Вот он кайф. Комарики кусь-кусь, мошка точнее. Вода как парное молочко, прям вообще супер. Сейчас маленько это, маленькое солнце спадет, порыбачить надо по-любому. Так, у нас коллективный выход на рыбалку. Поймала маленького окунька. Ну и все как бы сразу оживились. Рыба типа есть, да? Его, правда, не выпустить, он заглотил по самые гланды, поэтому придется его в садочек положить. Так. Тут у нас Коля. Здесь у нас Алина, юная рыбачка. Алин, тебе 11 или 12? А? 11, да, сказал? Вот. А ты прикормила себе там? Не прикормила? Давай прикормим. Давай прикормим тебе куда-нибудь, чтобы рыбка подошла. Вот ты засекай, куда я кидаю. Вот смотри. Вот, например, вот эта вот травинка. И, например, в 3 метрах от травинки. Вот я кинула, да? И ты вот ориентируйся на эту травинку и туда кидай. То есть рыбка туда подойдет, именно туда кидай. Рыбка туда подойдет кушать, и ты ее и ты ее поймаешь. А?
Ну, у тебя поплавок, по идее, должен как бы вниз уходить под воду. Коллективный выход на рыбалку выглядит как-то так. Все вышли. Никто рыбачить сначала не хотел, потом вышли все. Вон, а ты говоришь, не клюет. Во, поперла, а? Да, конечно, я приехала. Вот, во-первых, говорит, на удочку ничего не клюет. Все пять рыбок на этот, как его там, на донку. Ща. Ща. А? Папу, к папе, к маме подойди. Ну, на такой рыбалке, ребят, я еще не была, когда вот прям столько рыбаков. И говорит, я, говорит, как знал, что в Томске рыбалка, это не рыбалка. Ну, обиделся, да, на рыбу? Обиделся. О, кто-то был. Что-то серьезное было. Что там у тебя? На заднем фоне так. Стерлядка ушла. Стерлядка ушла, да? Да. Что, реально? Так, значит... Теперь здесь у меня изюм. На одну я повешу изюминку. А за ней стоит дыни. Изюминка. А на другую у меня будет просто червяк. С меткостью у меня печа и беда. Я тебе желаю выйти из воды. Они метки. Я тебе говорю, я спокойно куда могу. Я кидаю вот так, прямо я могу либо влево, либо вправо. У меня, короче, уклон 45 градусов. Но я тебя предупредил. Вот туда унесем. Да, вот туда. Ближе к тем кустам унесем. Короче, остановилась почти. У тебя тут уже машина. Это фигня? За день до свадьбы мы машину отвозили на полный комплекс. Там все. И все равно это запах дыма. На следующий день сейчас помню машину. Ты ешь? Как будет, так будет. А все, вариантов-то других нету. Он встает или что звенят? Думаешь, встает? Все смотрят на колокольчики. Сейчас это общипают. Не-не, встает. Палку временно закончили. Решили. Нет, не закончили временно. Тут вот девочки всякие явства расставили. Короче, весь стол заставлен. Сейчас пойдем еще купаться. Еще купаться пойдем. Расскажи, какая у тебя начинка? Натираем, нарезаем колбасу, потом сыр, и потом по желанию можно помидорку еще порезать. Ух ты, молодец. Сама готовила, да? Мамина помощница? Да. В общем, чипсы из лосятины очень... Да, дербаним лося, очень пригодились. Давай, как ты там его дербанишь? Вот так, да? Вот так вот. Просто попросили Колю, чтобы он немножечко его раздербанил, чтобы всем удобно было брать. 4. А Макс у нас ответственный за шашлыки, сидит, грустит над шашлыками. Прям вот на лице грусть, тоска. Говорит, нафиг ваши шашлыки, я бы сейчас на рыбалке бы лучше было бы, да? Еще бы клевало бы что-нибудь. Это как эти приехали? Одни-то на лодке уехали, другие. Да пошли вы нахуй, еще раз я сюда приеду. Я тебе просто доказываю, как... Короче, те вообще ничего не поймали. То, что у них колокольчики звенели, там, походу, ничего у них не было. А, слушай, мы тоже, когда здесь были на рыбалке тогда с Ромой, и Рома говорит, блин, у них колокольчики один за одним, а потом слушаю, блин, пустота, ничего. Ой, как классно отдыхать с девочками, а? Девочки такие молодцы. Все что-то делают, делают. Мне кажется, я впервые за поездку... На Опе отдыхаю. Так обычно Олеся одна что-то делает. Да, обычно мы приезжали с Ромой, как бы Рома там такой, ты вот это, вот это, вот это, а я вот то. И все. Ох. Ох, нам несут вкусное мяско. Ну что, Максим молодец, нажарил. Вкуснота. Ой-ой-ой. Все. Еда пришла. Ну что, как успехи? А?
успехи, успешно. Походу горячие, да? Горячие, походу, да. Нифига не холодные тут. Следующие пошли. Зарезать не будем? Ну, попробуй. Или будем? Или это... потом? Лучше не надо. Что думаешь, выйдут? Сок выйдет? Прыгу. Мы один раз разрезали. И что? Мясо вышло, да? Но они нифига не завязаны. Так, чисто просто. А, капец, вон мне как. Море. Море. Да. Все на месте. Ага. Накупались, набалделись. Теперь можно продолжить рыбалку. Здесь он рыбачит, ничего не может поймать. Папа, Максим, сделай ему рыбочку, эту рыбочку, удочку. Рыбочку. Она сделана. Рыбочку сделай. Сделай так, чтобы ему рыбочка попалась. Ох, а ни хрена ты... себе, да? Никита, во какие рыбки! Во какие, ну что же поймается тут с такими рыбками-то, а? Тут вообще ничего не найдешь-то. Сейчас доготовится. Слушай, мне кажется, углей не хватает. Мы уже долго. Хватит сейчас углей. Уже долго жарится. Что день грядущий нам принес? То, что вы вообще вы столько не нарыбачили. Это точно, мы вообще не нарыбачили. Я так вообще одного огонька поймала. Свининки наловили. Травишки сухие. Ага, сейчас разгорятся. Что будешь жарить? Зажаривать нужно курочка и кабачки. А, ну короче, у нас еды море, да? Нам ловить некогда. Кабачки уже выросли. Даже не сомневаюсь. Друзья, короче, незаметно как-то случилось 10 вечера. Пока мы все встретились, мы приехали в 6 часу, пока мы все расставили, пока мы немножко пообщались, посидели, покупались. Все, 10 вечера. Так. Никита, тебе партийное задание. Я не буду ходить. Вот так держи удочку. Вот так держи. Вот так держи. Вот так можешь стоять держать? Не можешь? Почему? Вот так, стой, держи. Держи. Вытаскивай, вытаскивай, вытаскивай. Ладно. Там рыбка была, ты просто это не сразу вытащил. Размахиваешь. Вот так вот. И вот так вот. Бросаешь. Вот. Бросила. У тебя далеко, да? Далеко бросила? Бери опарыша. Да не возьмет она, червей-то боится. Это что? А как ты ловить собираешься? Ну и что, я тебе покажу, и что? А ты как ловить-то будешь? Просто берешь, одеваешь. Они просто берешь и все, они вообще не кусаются. Я тоже боялась раньше. А мне Рома говорит, давай, говорит, это опарыши будут патроны. Ты мне будешь подавать патроны. Я говорю, давай. И стала ему подавать патроны. Противные. Ай, меня кусают? Ладно, пусть два будут опарыши. Они же не кусают, ничего не делают. А другие убежали, да? На. Давай. Закончик. Натягивай и то, и другое, и третье. Давай. Ой, просто. Мне это
Встал, все, встал. Стоим, ждем. Вот, ну, играться начинает, вон, видел? Там, там. Ну, я же закормила, конечно, там, там. Не, вон, вот, смотри, не, вон, где идет течение. Смотри, видишь, уже начинает маленько. Поплавок стоит так, как надо. А когда он будет клевать? Ну, когда? Может быть, будет, а может быть, не будет. Видишь, рыбка рядом плещется, но еще ничего не клюет. Давай, тащи, тащи, тащи. Да! Удочку не бросай, она это зачем ее в грязь бросать? Ты же потом держать будешь ведь. Она будет грязная. Руки. Конечно, руки будут грязные, да? Рыболовы. Да, смотри, надо проверить все опарыши. Их надо всех сдвинуть в одну кучку. Вот сюда, вот вниз. Вниз сдвигай. Нормально, бери и сдвигай. Да клюнуло, не успевали вытащить. Упала. Упала, сорвалась, не дотянули. Там еще всякие разные штуки такие. Вытаскивай ее, посмотришь. Нет. Перекидываем. На все подряд. В основном дети. Да не, нет. Сейчас начнем только рыбачить. А то мы это хотели насладиться при. Да на все, и на изюм, и на червей, и на опарыши, и на все, на кукурузу. Вот, вот вся таблица Менделеева тут. На пенопласт ловится, да? У нас с собой его нет. Да. Но опять к сожалению. Несите свой пенопласт! Несите нам пенопласт! Да? А мы на пеноплекс попробовать. А мы вам отсыпем изюма! Блин, вот химрыба, а. На пенопласт. Давай. Опять начал. Вот, хорошо. Молодец, хорошо это, закинул. У кого черви живые есть? У меня. Рыбачить хочешь? Сейчас будет. Алина хоть одну рыбку поймает? Ну, я что сделаю-то? Быстро рыбка не ловится здесь. Да, это Томск. Это Томск. Это Томск. Здесь вообще, походу, да, Макс, скажи? Рыбку не найдешь. Ну, она, блин, я не знаю, я не понимаю томскую рыбу. Вот серьезно, блин. Ты же вон там же на месторождении, как бы, речка. Блин. Там по всей. Где? Как? На чё? Нет еще, нет еще. Просто на червя. Это реально? Это за час? Да. Это что, не за двое суток даже, да? Че? Пойму. Блин, что мне там подсовывает, а? Значит, в кустах там стоишь, ловишь, да? Да. Молодец. Конечно, Зай, у тебя сегодня отличается. Он уже перетаскивает рыбу. Да я просто хочу ее воткнуть, чтобы потом в воду не залазить. Я так получилось, что моя удочка самая лучшая. Поэтому все дети у меня удочку отжали. Вот, ну и ладно. Что-нибудь показывать тоже удовольствие на самом-то деле. Поэтому у нас сегодня ловит только Колян. У него есть цель на копчуху наловить. Пусть ловит. Папа с сыном рыбачит. Папа, подставь подставку. Папа, подставку. Она легкая. Мне надо в воду заходить, а там я рыбу испугаю. Она плевать не будет. Давай, вытаскивай. Ура! Никитос рыбку тащи! Дотащил, молодец! Я хочу снять, вот она! Я хочу снять, стой! Давай! Снять. Да снимай! Ура! Никитос, вот твоя первая рыбка! Или это не первая? Первая? За всю жизнь первая? Блин, я боюсь! Чё ты боишься-то? Давай! Алина! Вот так вот начинается азарт. Да. Вот! Везение, уровень бог, да? Ой. Вообще малюсенько. Это ельчик такой маленький. Это даже не пескарь, Коль. Это ельчик такой малюсенький. Давай, отцепляй его аккуратненько. Кажите, и отпускай. Покажите рыбку. Аккуратненько его отпускай. Покажите рыбку. Вытаскивай. А что, не дотягивайся, что ли? Вот. Смотри.
Давай, отпускай. Алина, а зачем вы ее отпустили? Ну зачем он такой маленький? Все, о, как пуля улетел. Что, нарыбачился? Жирает просто. Жирает? Вообще. Слушай, да ты же вообще весь одетый-то. Без этого маску этой не видно нифига. Друзья, просто вообще невыносимо на улице находиться. Зажирают, зажирают. Мы опять прискакали все в шатер. Сидим в шатре. Короче, вот как-то так. Доброе утро всем. Что-то я не поняла, уже все уходят? Нет, просто пока мусора нет, быстро собраться. Ё-моё, я просто смотрю, все что-то уже куда-то таскают. Что-то время уже 2 часа дня. Нет, время 9:30. Время я, слава богу, знаю. Просто я не поняла, куда такая спешка. Потому что сегодня я утром встал, и было вообще капец как много. Я думала, вместе с туалетом они все. Да? Че, Никита, будешь рыбку ловить? А? Будешь? Да. Сейчас. У меня тут юные рыбаки опять с утра образовались. Никита одну рыбку уже поймал. А, цатраги такая же. Короче, уже все, кроме меня, поймали. Надо тоже отличиться, кого-нибудь поймать. Опа! Ура! Ура! Ой, улетел в воду. Естественное увеличение губ. Машка как уснула, вообще капец. Губа уже. Там в Сочи, хуёче, вообще даже не надо было. Приехал на реку. Короче, ребята, оказывается, собирались так быстро, чтобы не налетело большее количество Машки. И чтобы прыгнул в машину, если вдруг налетит. И свалить по-быстрому. А я осталась вот со своей палаткой. Они сейчас все свалят, а я останусь, походу, тут одна. Макс, ты пошел смотреть улов наш, да? Ой, сколько ты наловил. Всю ноченьку-то ты рыбачил, бедолага. Да, не спал. Сейчас тебе помогу. Ох, целых 2 Никитиных рыбки. У тебя сын тебя обловил. Кроме поклевки вообще вчера ничего не было. Ой, тебя сын вчера обловил по полной программе. У него инструктор же нельзя был, да? Ну что, дети, вам понравился отдых? Да. Поедете так с палатками? Нет. А что, зажрали комары вас? Или чем вам не понравился такой отдых? О, господи, короче, вся гамма чувств, да? Жарко, холодно, комары кусают. Ладно, пока-пока. Все, поехала? Давай, пока. Рыбу не клюет, мошкара зажирает. Без шатра мы вчера бы вообще не высидели. В прошлый раз, когда мы с Ромой здесь были, поменьше было гнуса. Сейчас вообще невыносимо. Так вот меня точно не кусали еще. Ну что, товарищи, сидим, едим на дорожку, да? Блин, ну реально, все разъезжаются, что мне делать-то? Воры вот эти. Прошлого года дошираки-то я не ела-то, а? Ну, надо очень много, походу, приплачивать, Коля, потому что... У меня есть что... такой человек. И... Коля? Нет. Мы приехали. Все стояло, да? Да. И все, будет вообще шикарно. Да, вот самое сложное, это вообще, наверное, даже не когда ты приезжаешь расставляться, а когда уже домой уезжаешь, потому что уже неохота вообще. Расставляешь, все ты на это, воодушевление. Да, на лайте там все, отдыхать. Ну что, друзей проводила, осталась на берегу совсем одна. Решила, буду купаться еще немного и порыбачу, в конце концов. А то какая-то рыбалка у нас не получилась. Думаю, вдруг у меня получится. Вот этот топлячок плывет. Топлячок, так топлячок.
Мошкара просто зажирает. Просто вообще. Супер-мега некомфортно. Все, мы же сибиряки. Все выдержим, не такое выдерживали. Может, еще кто хорошенький клюнет. Ну что, товарищи, все, рыбалка моя закончилась. Удочка в дребезги. Мне попался ясь. Я его почти дотянула до берега. Короче говоря, удочка переломилась, потому что он, ну, слишком бойкий и слишком большой был. Сейчас покажу, как это выглядит. А, естественно, камера была выключена. Ну, сказать, что я расстроена по поводу удочки, я расстроена, блин, да. Это моя любимая легкая удочка, блин. Все, ей хана. Сейчас покажу. А, вот. Представляете, с какой силой он сопротивлялся. Что даже не леска порвалась, а просто удочка разломилась. Пипец. Пипец. Пойманную рыбу я выпущу, потому что ее здесь немного. Вот. Что успела поймать до того, как сломалась удочка. Вот, поэтому... Так хотела, конечно, наловить. Думала, доче покажу, порадуется, рыбку посмотрит. Но как бы что-то пошло не так. Что-то пошло не так. А ты что тут зацепился за жабры? Да, молодец, да? Все. Все рыбки были. За собой все убрали, даже оставляем дровишки. В общем, берег чистый, все убрано. Ну, а здесь веточки для костра кому-нибудь пригодятся. Друзья, вот такой вот выезд получился. Рыбалка, к сожалению, не получилась такая, какую мы хотели. Но в любом случае у меня поклевки были. О, вы посмотрите, как жрут. Привет, красотки! У нас гости, да? Здесь это Алина была с Никитой. До вас. Что, накупались? Короче, здесь можно встретить всех. С двумя компаниями друзей мы здесь пообщались. И теперь еще одни приехали на лодке покататься. Но я уже, конечно, не буду здесь оставаться. Поеду на дом. Пообщалась с друзьями. Поболтали. Приятно было увидеться на берегу с тремя разными компаниями. Друзья, в общем, вот такой вот выезд получился. Что смогла, то поймала. Что смогла, то сломала. Вот. Пообщались. Давно не виделись с многими. Очень классно провели время. Ну, а рыба, как всегда, это же бонус. С вами была я, ваша Леся, и канал «Дамочка на рыбалочке». Лайки не жалеем. Если не сложно, ставим. Вам ничего это не стоит. А мне приятно. Пока-пока.